Дольфи. Это легенда русского комьюнити. Но Дольфи — это совершенно не тот, кем себя выставляет. В этом видео я вам докажу, что Дольфи — это не человек. Начал я свое расследование с просмотра его прохождений. Сразу заметил, что почти все экстрим-демоны он проходит с нереальной скоростью. Также реакция на прохождение у него уж очень подозрительная. Я битнул Кенус. Что? Из личной страницы Дольфи в ВК мы узнаем, что ему 15 лет, а в 15 лет психика человека не может быть развита настолько, чтобы реакция на прохождение столь сложных уровней была практически никакой. Тендовый генит, воспаление сухожилий, которое поражает 100% игроков в ГД, до сих пор не достигло Дольфи. Следовательно, в его пальце нет человеческих сухожилий. Но это еще не все. Зайдя в новости на его дискорд-сервере, я увидел, что посты о прохождениях у него уж очень однотипны. А теперь давайте соберем в кучку все аргументы. Слабые реакции. Отсутствие тендового генита, однотипные новости. Из этого всего мы можем сделать вывод, что Дольфи — робот. Его палец — это лишь набор электромоторчиков, скрытый за человеческой кожей. Люди, стоящие за поддержанием работы механизма, покупают макросы у таких легитных игроков, как Варгак, загружают прошивку в робота, и он сам проходит уровни. Высококачественный динамик симулирует реакции на прохождение, поэтому они такие слабые. Давайте обратимся к ролику Байфлекса. Дольф, расскажи что-нибудь про Байфлекса. Итак, Байфлекс это компания, сделанная Флексом, который нужен всем людям для удовлетворения своих потребностей, которые нужны для прохождения Зодиака за один день, в частности Титан Ченнела, Кати Танака. Обманщик Ченнел, он нужен для того, чтобы, короче, популярность вокруг себя всякую там искривлять, там, жопу, короче. Заметили? У Дольфи слишком монотонная речь, что опять же доказывает, что он робот. А теперь посмотрите на этот момент из прогресса на Silent Circles. Это на 100% доказывает, что Дольфи робот. Но после всех приведенных мной доказательств вы спросите: Ромбин, а как же обычные читы для ГД, названия которых мы так привыкли слышать в обычных разоблачениях? Но, ребят, в ГД очень хороший античит, который не так уж и просто обойти. Все эти люди, которые проходят уровни без читов, только хитбоксы и баги, абсолютно легитны. Так что, Дольфи, признаешь, что ты не человек, а робот? Боже, что за дичь, как я рад, что это последнее рофлово разоблачение на моем канале. Вот и закончилась эпоха рофлового разоблачения на русском ютубе. С вами был Ронбин, спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока.